В рамках проходящей в городе Манама 87-й сессии политической комиссии Всемирной таможенной организации был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской республики и таможенной службой Королевства Бахрейн. Документ подписали первый заместитель председателя, временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и руководитель таможенной службы Бахрейна Ахмед бин Хамад Аль-Халифа. Меморандум охватывает вопросы обмена информации, способствующей повышению эффективности применения таможенных процедур. Также документ предполагает организацию рабочих встреч, учебных курсов, семинаров в области таможенного дела, борьбу с незаконной торговлей и прочие меры.